Сегодня в Рио губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Он подтвердил, что партнерство компании и правительства округа в социальной сфере, в частности, по созданию в регионе социальной инфраструктуры, обязательно будет продолжено, пишет пресс-служба губернатора. Также шла речь о запуске на Ямале нового масштабного проекта – обустройства Харасавейского газоконденсатного месторождения. Сегодня очень ответственный день и важный для компании «Газпрома» и вообще для Янао, поскольку сегодня мы даем старт полномасштабного освоения Харасавейского месторождения. Харасавейское месторождение востребовано, и самое главное – это понимание того, что именно за счет ввода этого месторождения в 2023 году мы обеспечим надежное газоснабжение для потребителей Российской Федерации для поставок газа. Позади два уникальных промысла. Здесь на Баваненково, на подходе третий, поэтому, конечно, такой фундамент нашего развития всего Ямала на ближайшие десятилетия. Это, конечно, создает массу многих интересных совместных проектов. Очень благодарна компании, Алексей Борисович, лично вам за активную позицию в сфере экологии. Мы при поддержке компании уже очистили полностью остров Белый. Теперь он выглядит как первозданный. В этом году, буквально сегодня вечером, мы провожаем группу ребят десант экологический на остров Киркизского. И вот даже сегодня обсудили следующие задачи, которые стоят перед правительством в плане работы с территорией. Как пишет информационное агентство «Северпресс», основным документом, регламентирующим сотрудничество «Газпрома» и Малонецкого автономного округа, является генеральное соглашение. В развитии этого документа ежегодно заключается соглашение о сотрудничестве, подписанный меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал» и соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.